Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Крюкер. Меня там попросил один подписчик задать вопросы Грибобасу, там, ну вот у нас есть рубрика «Короткие вопросы и ответы». Грибобасу там задаю различные вопросы, и там такой есть вопрос. Что бы сделал Грибобас, если бы на него напали хулиганы? Вот мы как раз работаем, идем с Ворнердом. Я решил этот вопрос задать Ворнерду, что он на это ответит. Вот, Ворнерд стоит. Ты сам-то ответь сначала на этот вопрос. Ну, это надо снимать. Давай сначала ты. Ну, как, чтобы ты меня снимал, я уже просто с камерой. Это, Ворнерд, что ты будешь делать, если на тебя нападут хулиганы? Значит, я скажу так. Вы только погромче, а то тебе, наверное, плохо будет слышно. У меня есть, ребята, ручная бабка-ёшка. Светок, бабка-ёшка, блин.